Все понравилось. Организация на уровне и сами соревнования. Очень хорошая царила атмосфера там. Все очень радовались. И до того, и после того. Не было никакого негатива. В атмосфере, говорят, некий негатив к российским олимпийцам. Как ли это на самом деле? Ну, не знаю, как остальные виды спорта. Наш вид спорта очень дружный. И мы все друг друга всегда поздравляем. Неважно, какая страна. Так что мы этого не заметили. Другие виды спорта, может быть, там что-то и было. Вот Виталину приходилось догонять, то есть соперницы были немножко впереди. Вот в этот момент какие были эмоции? Вот здесь волнение, когда встречаем, а там, наверное, волнений не было? Или как все было вот в решающий момент? Волнение было, были какие-то не самые лучшие мысли. Но я старалась этого всего избегать и каким-то образом настраиваться по-другому на выстрел. Ну и вообще у нас так все происходит на финале, что в любой момент может оказаться, что ты первый в таблице, а в любой другой момент может оказаться, что ты последний. Кому вообще посвятили свою победу? Родителям, друзьям, тренерам. В общем-то, нету отдельного какого-то человека. Всем. Себе. Суть финала – попасть в восьмерке на рубеж и 40 пулек из канала. Ты, Вита, все в десятку врежь. Десятка, точка, 10 метров. Но напряжение растет, отсчет идет на миллиметре, а время тикает, идет. Но напряжение мне знакомо, хотя в стрельбе я дилетант. Переходя от стресса в кому, я понимаю, ты талант.